Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Call of Duty. Так, у нас опять какая-то космическая одиссея в этой Call of Duty. То есть будущее, которое не за горами. Давайте смотрим внимательно. Жизнь в Атласе была не такой, как в морской пехоте. Но я не жаловался. Под угрозой были жизни людей. И Атлас немедленно минуты пришел на помощь заложникам. Черт возьми, Гидеон. Не знал, что ты звезда экрана. Спокойно. Ясно, что ты и деревня раньше не видел, чтобы у человека все зубы были на месте. Но ты держи себя в руках. Слушай, забавно, а ведь твоя мама... Что? Нет, ты это видел? Да это я сделал. Неплохо, да? Тебе везет. Голова крутеет с каждым днем. А что будет с парнем, которого мы вытащили, а? Айрон все сам, ну и гуд. Круто, чувак. Офигительно круто. Вау! Как и ты, сынок. Как и ты. Мы могли бы как-то вам помочь, сэр? Но можно начать с пива. Ха-ха! Что получше. Сюда, джентльмены. Так, я с вами, ребята. Давай. Можно начать с пива сам. Военная поговорка. Виски взял. Люби своих солдат как собственных сыновей, и они пойдут за тобой в любое пекло. Да? Я потерял сына. И понял, как важно не упустить время и сказать то, что хочешь сказать, пока еще не поздно. Вы, джентльмены, отлично поработали. Лагос — это потрясающие возможности для Атласа. Я вам благодарен. За вас, парни. Ну, вздрогнем. Ведь Гидеон был прав. Нам повезло. Темнеет. День ото дня КВА становилась круче. А ее планы грандиознее. Темнят. На. Что это такое? Теракт какой-то. У меня такое чувство, что предадут меня. Потому что уж больно там в будущем все это любят такие дела. Подставы делать. Цепная реакция. Сиэтл, Вашингтон, США. Так, штурмовой. Усиленные прыжки. Акустика. Стимуляторы. Что за стимуляторы, я не знаю. Что за акустика? Понятен. Да сейчас, чё, на деревья обратно перелазим. Все, не расходимся, ребята. Нас хотят на деревья загнать. Чтоб мы сидели там, банан жрали, жопу чесали. Ну давай, тыкай. Рассказывай. Как вы так пальцами тыкаете, и что там появляется вся эта штука? Вот так вот выпасть, да в винты попасть. Это больше похоже на охотников из Терминатора. Охотник! Еще такие... Потом их начали использовать в Аватаре. А сейчас вот в играх используют. Даже не знаю, есть ли такие реально вертолеты, как вертолеты, самолеты, как их назвать-то. На. Да скидывай меня прямо сюда, прямо вниз. Ту-ту-ту-ту. Вот он. Все.
конечно. Давай. Ой-ой-ой. Ну давай. Нажмите левую кнопку, чтобы выстрелить трос, но. Я куда-то определенно его должен стрельнуть. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы выстрелить трос. Блин, что за идиотизм? Похоже, Альфа влипла. Прорываемся к зданию вместе с ними. Шевелись! Огонь по готовности! Давайте, да там танки сейчас все сделают. Не обязательно вообще шевелиться тут. Укройся за турелью, открывайся от огонь! Найдите укрытие за дронами! Ой-ой-ой-ой-ой! Ага, 100 метров. Мне хоть не знаю теперь, куда бежать. Прорываемся к зданию вместе с ними. Шевелись. Давай. Огонь по готовности. Подствольник есть. Митчелл, укройся за турелью, открывай ответный огонь. Найдите укрытие за дронами. Блин, что вы за прикрытие такое? Я понять не могу у вас. Прорываемся к зданию вместе с ними. Дай-ка я тоже сюда спрячусь. Как не прячься, от вас толку нету ни хрена. Ну, что требовалось доказать? Кто еще остался? Кто-то. Бойся за турелью, открывай ответный огонь. Танк еще на ходу. Значит, кто-нибудь шевельнет задницу, этим займется. Так, а если я так пробегу, вы за мной успеваете? Давай. Ой. Тихо. Блин. Что-то большое по мне бьет. Там какой-то... Охренительное оружие. Да тихо вы. Пророк, гора только что выкатила титан прямо в центр двора. Блин. Вперед. Давай. Только что выкатила титан прямо в центр двора. Титан, говорю же, что-то.
Хватай ракеты и уничтожь Титан! А где их взять-то? Ракеты. Так. Где? Да блин, прыгай скорее, козлина. Вот он. Блин, да кто меня загасил-то? Откуда? Вперед, вперед. Давайте. ГВА только что выкатила Титан прямо в центр двора. Вас понял, Браво. Пусковая установка рядом с вами. Мичел, хватай ракеты, уничтожь Титан. Подожди, подожди. Митчел, уничтожь Титан ракетами! А я что делаю? Кто? Где? Стреляй по Титану ракетами! Есть! Титан уничтожен! Отлично, Митчел! Инженеры КВА взорвали. Блин! Ну, давай, выходи. Вас понял, пророк. Мы на подходе. Придется переться в главный корпус. Вперед! Давай. Добежали. Смотреть оба. Здесь могут быть гражданские. 4М, это что такое? Быстрее всего спуститься вниз по шахте лифта. Принято. Ну давай. Кто будет скрывать? Кто? О, не я режу. Ох, даже не я открываю. Одному. Пошли. Едем. Руки. А, ну у меня же одна только рука. Сюда. Новости, правда? Показатели ниже нормы, но терпимы. Значит, есть шанс. А можно этот монитор как-то, да, убрать?
У бедолаг не было ни шанса. Давай, давай, давай. Движение. Перекресток. Давай направо. Это короткий путь, но тебе не понравится. Держаться. Почему? Вместе. Че вот у меня N такое? 4 тоже не понимаю, что там. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Картер, открывай дверь. Понял. Вот так. Сначала простой автомат. Блин, все понятно, что это за оружие. Там-то хоть бомбы летали, тут не летают. Пошел, пошел! Так. Давай. Банк. Проходим как максимально быстро, он сказал. Давай. Понятно, что это такое. На, я тебя в первый ударю. Пробежал. Давай. Ну чё вы? Все, все. Митчелл, запускай. А это что там прячется? Жми на кнопку, Митчелл. А, я жми. Я Митчелл. Ставь укрытие у двери. Понял. Да-да-да, вот эта штука непробиваемая. Митчелл, используй штурмовой дрон. Давай. Сейчас я, подождите.
Мы почти на месте. Нормально. Ну я на месте. Где раненый? Давайте сюда, все сюда. Зал управления прямо. Вот оно. Ой, почему все взорвалось? Заминировали дверь. Не разбивается, смотрите-ка. Этот пульт работает. Подключаюсь, дяк. Давай за пульт. Так. А ты чё? Думаете, я такой хакер прямо-таки? Пророк, ты видишь? Вас понял. Мы видим то же, что и вы. Так, температура ядра стабильна. Надо залить охладить. Давайте, давайте. Стоп. Уровни падают. Отводы для пары. Босс! Охлаждай реактор, глуши его. Гидо! Принято! Кстати, если затопим, по-моему, может помочь. Вот дерьмо. Было бы чем топить. Правда, вода там станет. Мама, не горюй. Выкипит половина. Чего бы мы туда не налили. Внимание! Критическая температура реактора. Немедленно. Да я только за. Где дроны? Мне вот сейчас не до дронов. Очень рады вас видеть, 2-3. Тихо. Вас понял, блин, а как я среди них затусовался-то? Рады вас видеть, 2-3. На. Вас понял, 2-3. Давай. Блин, а все так хорошо начиналось. Давай, 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 пошел, пошел, пошел. Очень рады вас видеть, 2-3. Давай, давай. Пошли, пошли! Это за нами! Вау! Ого-го! Как меня отнесло? Падает! Падает! Я-то хоть выжил? Главный герой, у которого рука такая мощная, офигенная. Вон он, спускаемся. Ветер, пыль, развей. Пророк, Атлас эвакуируется. Зона опасна. Ну так тяните меня. Митчелл, давай на борт, быстро. Тяни.
Так, экзоиспытание. Так, что у нас тут? Обнаружение. Броня. Конечно. Так, тактическая. Конечно. Это что? Быстрый прицел. Не надо. Тряска. Прицел при попадании сбивается меньше. Ну, это потом. Следующее задание. Да здравствуют мутанты. Да хрен остал, потому что какой-то идиот реакторы начал ядерные рушить. Не забыть. Воспоминания, которые жгут нас до самой смерти. Где был ты в тот день, когда все... Сиди там в своем ауле или пустыне, в горах, где-то там. Некто попытался разрушить нашу жизнь. Он попытался обрушить наш мир во тьму. Нам казалось, что мы никогда не вернемся домой. Мы справились. Вместе. Ну ни хрена, людей столько погибло, справились. Когда вы были беззащитные, мы дали не радостно. Когда вы были тяжело больны, мы вылечили вас. Когда настал хаос, мы дали вам порядок. Стабильность, защиту, шанс начать все сначала. Демократию не забудьте добавлять. Кто мы? Ну-ка, давайте-ка вспомним, кто же индейцам давал тифозное одеяло, как благотворительность? Оттуда потом пошло же выражение, ну, я так считаю, бойтесь, кто там, дары приносящих, кого-то там дары приносящих. Тифозное одеяло давали, уничтожали специально. Ну ладно, не будем о грустном. Давай, покажите. Последствия. Детройт, Мичиган, США. Тип скелета, специалист. Щит, овердрайв, стимулятор. Ну, стимулятор, я понятия не чувствую. Что, быстрее бегаю или что? Не знаю. Это Детройт, детка! 2,5 миллиона в таких вот лагерях. Не курорт, конечно, но их кормят, поют, охраняют. Все за счет Атласа. Да, у КВА хватило духу поселиться здесь. Твою мать. Так, что у меня за оружие-то? Через 4 года. Ни хрена себе. Вот времечко-то пролетело. Как ты выглядишь? 22 дня подряд. У КВА нет выходных, у нас тоже. Вас понял. Они собирались переселять людей назад в следующем месяце. Но тут пришла КВА, и теперь все заблокировано. У них наша цель. Мы знаем, где он? Доктор, смотрите. Он в больнице в центре города. Что-то не кажется они счастливыми. Мы 4 года охотимся за Аидом, а его главный подельник вдруг взял и сам приполз. Просто блеск. Что, жить не может, все? Ну и хрен с ним. Да, давайте посмотрим, кстати. Ага, мы не можем. А очень хотелось бы посмотреть, что с ним стало там. Просто не дают расползтись по земле, как тараканам. Это же вредители. Вон. Говорите. Вы же мне что-то хотите сказать? Нет? Ну вот, уже играют. Ну, правда, это, наверное, работяги. Слышите, какая пропаганда там идет? Господи. Секунду, капитан. Злость по венам. Путь к переменам.
какого черта КВА делает в Детройте? Ни полиции, ни свидетелей. Отличное место, чтобы что-то спрятать. Или кого-то. Все в порядке. Удачи. Ага. Я думал, перестрелку устроим. Все готово. Можно смотри, ехать. Глаза у него. Время рассчитано. Хорошо. По коням. По коням. Летающий мотоцикл, так я понимаю. Подключись ко мне. Руби автопилот. Поехали. С автопилота. Я пока посмотрю достопримечательности. Ой, а мне сейчас надо будет самому ехать по развалинам. Да-да-да-да. По развалинам самому. Самому. Этому. Господи, какие броня-то у них. Я вас боюсь. Как ты себя там чувствуешь-то, сынок? Так, ну это все еще должен быть на автопилоте, я же его не отключал. Город стал опасен, да, получается, так? Он заколочен весь. Давай. Флаги, зачем они вам уже? Раз государство пало. Мало что поменялось. Что видно-то? Господи, такое чувство, как будто это пришельцы атакуют, и вот люди от них прячутся. Или какой-нибудь типа зомбо-апокалипсис, чё? Что, террористы так весь мир захреначили, что ли? Даже если их будет целая страна, давно бы подавили бы их. Мы с Митчеллом берем север, вы двое юг. Транспорт на Бейт-стрит. Вас понял. Обнаружено движение в 100 метрах к северо-западу от вашей позиции. А мне не сюда, да? А я с вами хотел. Тебе хоть говори, что видишь. А я вот вижу вроде бы как. Хорошо. Собаки. А ничего, что у нас фонари включены. Следим за вами. Пойдем, пойдем. Черт. Что ты? На измене? Меня держись. Открывай, открывай. О. Убиты. Только много людей. Потихонечку открываем. Я считаю, что фонари надо выключить. Ну-ка. Так, ну давай наверх.
Я говорю, фонарь выключи. Проходим. Сейчас кто-то упадет. Либо я, либо он. Я, наверное. Потому что не один неудачник же должен быть. Что такое? Тихо. Сюда. Ой-ой-ой. Проходите. Осторожней. Аккуратней. Дай руку там. Ну нет, все-таки надо было мне упасть. Что-то несправедливость какая-то. Так, я потерял оружие. Проклятие. Если можешь, двигай к югу. Встретимся там. Ну, давай. Их там много. Не высовывайся. Взяли. Только здесь скрытно надо было, конечно, все делать. И это взяли. Мое оружие бесшумное уже не вернуть, да? Кто у нас тут? Единственное, что хорошо, то что хоть какое-то оружие у меня есть. Куда-то он ушел уж. Где оружие-то у него осталось? Я ему как дал по соплям, он как, вау. Сюда вот, подверишь. Ускакал. Ой, ты меня напугала так-то. Штука. Ну. Кто-то еще должен быть здесь. Так, идешь, идешь потихонечку. Бу! О, блин, спалили меня. На. Ножом. Старым дедовским способом. Какое бы будущее ни было, нож всегда нож. Это тихо, да? Я снаружи, под пожарной лестницей. А, все, видимо. Митчелл, сюда, вниз. Вот он ты. А вот он я. Только у меня без глушителя уже все.
Где? Подождите. Ну а пусть граната и граната. Нам-то куда? Нам нужен медик. Подождите, подождите, я вам нужен. Я вылечу вас. Блин. Я не понял, ты чё там? Спокойно. Ага. Тихо, 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 тихо. Перезарядка. Вот они. Пошли. На. На. Ну. Что? Так, сойдет. Я что-то сделать должен? Что с врачом? Биометрический трекер его поймал. Он все еще в госпитале. Хорошо. Нужно убираться. Выдвигаемся. На этой улице нам негде укрыться, босс. Грузовик. Укрываемся за ним. Контакт на 12. Госпиталь. Да. Пошел. И толкаем. Мы мощные. Мы сильные. Давай. Блин, все-таки не надо мне его так толкать, прям как безудержный-то. Грузовик, укрываемся за ним. Контакт на связи. Госпиталь, 100 метрах. Пошел. Джокер, прикрой нас. Блин. Еще разок. Грузовик, укрываемся за ним. А зачем ты его с колес-то снял? Не понял. А почему нас никто не прикрывает вообще? Грузовик, укрываемся за ним. Контакт на 11. Госпиталь, в 100 метрах. Пошел. Джокер, прикрой нас. Толкай. Ну-ка, давай. Толкай, толкай. Давай.
Еще где-то вот сбоку уже начинают. Прикрывай. Продолжаем. Да немного осталось, давайте. Докажите, что вы не бесполезный мусор. Ой-ой-ой-ой. Опа. Доктор рядом. Давай. Куда? Вспышка! Как хорошо, что я... на автомат переоделся вовремя. Вроде бы отмахались. Так. Захватите доктора. Такое чувство, как будто он сопротивляется. Так, автомат взяли. Мы на месте. Мичел, выбей дверь. И на. На. Ты-то точно не доктор. Давайте. О, давай, Пилюлькин. Когда видел Аида. Ой-ой-ой-ой. Я не скажу. Все они так говорят, а потом визжат как свиньи. Ты думаешь, это что-нибудь изменит? Ты не знаешь, на что он способен. Теперь нам всем конец. Конец! Вот так. Не сегодня. Упакуй его. С радостью. Мечом, за мной. Давайте. Что-то ты подключивать начинаешь. А вот. Ой. Поехали, поехали, поехали. Бубумк. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Всех перестреляли. Всех перебили. Кто такие молодцы? Вон они, призраки. Мне такой же костюм надо, чтобы я мог суету наводить. Ну или в банк сходить. Идет подкрепление. Мы вам поможем. Хватайте доктора и уматывайте. Лучше знать, кто меня прикрывает. Это секретно, друг. Как у тебя маска открылась, мне интересно знать. Как она у тебя закрылась? Ты думаешь, ему можно доверять? Никакой команды же не подавал. Она у тебя что, сама по себе захотела, открылась, захотела, закрылась? Хрен его знает. Бабайка, бегаем. Бабайка. Митчелл, на мотоцикл. Блин, я вот не хотел. Сейчас ехать. Нет, не сюда. Следовать. На мотоцикл.
Ага. Так. Я теперь посюда не поеду, поеду посюда. Что это за элемент гонок? Стрелял, кидали. Ненавижу гонки. До этого на шаттле к космическому летал. А тут гонки. Я в GTA даже ненавижу гонки. Хотя суть в том, что там гонки должны быть. Что за нахи? Блин. Не отставай. Поезда-то едут. Да подожди ты. Я чуть-чуть только отстал, чтобы не врезаться. Я же не знаю, как у тебя тут все устроено на твоей трассе. Ты-то, может, все и хорошо видишь. Да только я не очень. Какой-то мусор один, да шлак тут вот перед лицом смертельной опасности. Да я и не останавливался. Ну-ка давай еще разок. Вот поэтому я ненавижу гонку. Гонки надо смотреть на расстоянии, когда их выполняют профессионалы, а не любители, как я. Да даже любителями не называть. Нелюбителем назвать можно, вот так вот. Давай, 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 давай. Вот это я понимаю, броня. Красавчик, ты мне нравишься. Охренеть, у тебя аж такие приблуды штуки там. Пророк, цель захвачена. Забираем его для допроса. Где он? Конец службы. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся в следующем видео. Пока!